Приветствуем! Сегодня будем делать цветной огонь или цветной костер. Для этого нам понадобится медный купорос, который даст синий цвет пламени, хлорид меди даст зеленый цвет и поливинилхлорид. Из поливинилхлорида, например, изготавливается гофротруба для электрокабеля. Трубка ПВХ, оплетка для интернет-кабеля «Витая пара», которую измельчаем при помощи ножниц. Поливинилхлорид при нагревании выделяет хлор. Хлор является очень активным газом, и в его среде цвета солей и металлов будут более яркими и насыщенными. Смешиваем эти три компонента и получаем базовый состав цветного огня. Оранжевый цвет пламени получим из древесины, точнее из разогретых частиц углерода. Базовый состав цветного огня готов, но мы его улучшим и добавим хлорид стронция, дающий красный цвет пламени, а также добавим хлорат калия, как дополнительный источник хлора.